Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Memento Mori 2. Ну и мы продолжаем рассматривать опечатки. И давайте сейчас начнем снизу. Блин, сложное, долгое дело, если честно. Мы нашли опечаток бандита, вот этого вот. Но мы должны найти еще и остальных двоих. У нас есть три опечатка, и мы должны их найти. Начнем с этого. Ладно. Ну, нужно найти вот такую троечку. Нужно найти где-то троечку. Есть вот такие вот четырех херня это перекрестие. И все. Так, ладно, здесь я больше ничего такого не вижу. Я троечки не вижу. Это плохо. Так, идем дальше. Здесь у нас что? Четверку я вижу. Вижу. Вот такой значок. Где он тут есть? Нет, тут я его не вижу. И чего я уже не вижу. Ладно. Следующий. Также. Это есть? Есть, нашли. Это есть. Это не то. Ой, пардон. Не туда щелкну. Так, есть какая-то вот такая вот херня. Понял, не туда. Да, больше здесь ничего и нету. Блин, ну это получается еще один промах. Ладно, закрой. Следующий. Так. Похоже. Четырех это и есть. Ну да, есть. Вот тут находится. Ну блин, они очень близко находятся. Это не то, наверное. Это скорее всего не то. А больше ничего такого и нет. Ладно. Так, теперь ты. Вот это есть. Вот это теперь ищем. Этого нету. Нет, трех этого нету. Ладно, ищем дальше. Закрывай. Получается, это не отсюда. Идем выше. Ну,
Есть. Есть. Это есть. Есть. Так, осталось только эти вот найти. Типа вот такие вот маленькие. Das sind unterschiedl- Ладно, попробуем что-нибудь другое найти, другом месте найти. Может это? Ich glaube, die gefund- Понял, не то. Блин, писец как похоже. Похоже очень хорошо. Ich glaube, das sind Unterschied. Не, это двоечка. Двойной переход, это не то немного. Ладно. Еще мимо. Тут у нас что? Также. Четырех, четырех. Троечка. Троечки здесь вообще нету. Она отсутствует полностью. Это двоечка, это... Не то. Тоже не то. Понятно, закрой. Это у нас. Так, это есть, есть. Троечку ищем. Тут чисто, чисто, чисто. Ничего такого нету. Sie passen nicht. Ладно, дальше. Идем направо, на вот сюда вот идем. Ну, писец как долго, то писец как сложно и долго. Четырех, четырех есть, есть. Троечка есть. Есть. Так, дальше, дальше, дальше. Между ними. Есть. Не то, да, говоришь? Говоришь не то? Ну, блин, вроде совпадает, а вроде и нету. Блин. Блин, это сложно, писец как. Писец как сложно. Ich glaube, die... Sie passen nicht zu... Das sind unterschiedlich. Ich glaube, die... И четырех. Sie passen nicht zusammen, die Unterschiede sind zu groß. Не, это сложно, реально. Чё это реально сложно? Я тут, наверное, без интернета, да, я сдамся, наверное. Я без интернета, наверное, сдамся все-таки. Так, это есть троечка. Есть. Четырех есть, вот, наверное. Это у нас не выделяется. Das sind Unterschied- Понял. Das sind un- Понятно. О, нашли.
А я уже думал, что уже не повезет. Diese Fingerabdrücke passen zusammen, aber sie stammen nicht vom Täter. Я думал, мне уже и не повезет особо. Я уже думал, что все уже. За 10 минут. За 10 минут рассмотра этого всего. И найти это, опечаток этот. Ладно. Филипп Ноусу. Давайте вот что сделаем, чтобы наше время сэкономить нормально так. Давайте я лучше нажму на паузу и... И если что-то получится, я вам скажу. Окей, окей, все, полетели. Я на паузу нажму. Так. Еще один отпечаток нашли. Кое-как. Филипп Ноусу. Так, осталось еще два отпечатка. Ладно. Пошли дальше. Также я на паузу. На паузу нажму пока, хорошо? Так. Вот так вот. Да, еще один отпечаток мы нашли. Более кое-как. Diese Fingerabdrücke sind identisch. Leider stammen sie nicht vom Täter. Еще кое-как, кое-что мы нашли. Остался последний отпечаток. Может, это поигоп этот. Что-то мы уже все обыскали уже. Я обыскал уже. Трю этот есть. Нет, его нету. Есть такая херня какая-то. Рядышком, нормулься. Что-то еще должно хватать. Нету. Есть такая вот херня. Да, точно. Точно. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. И все. Все 5 отпечатков я нашел. Ну и теперь что? Mir ist da was eingefallen. Ja, Max? Ich bin fast fertig. Klasse, was? В смысле, почти закончил. Ты уже все же закончил уже. Все отпечатки нашли уже. Ты чем тут мелишь-то? Или еще есть отпечаток где-то? В смысле, а где еще находится? Я тут уже все нашел. An dem Pinsel ist kein Pulver. Ау, не беси меня. В каком смысле у тебя это? An dem Pinsel. В смысле, почти закончил, тут ничего нет уже, не осталось уже ничего. Так, ладно.
Оказывается, я еще один отпечаток нашел. Ich muss das Klebeband вот здесь andrücken, вот. Dann ist der Fingerabdruck gesichert. Alle Abdrücke sind dokumentiert. Ладно, еще один отпечаток. Блин. Так. Придется искать тогда еще отпечатки, получается. Но только где конкретно? Блин. An dem Pinsel ist kein... Их тут вроде вообще нет уже. Они нашли. Да, в курсе, наклеивай. Damit erreiche ich. Ich glaube nicht, dass Klebstoff brauche ich. Ich muss das Klebeband andrücken, dann ist alle Abdrücke. Все, молодец. Получили еще один отпечаток. Так. Ну, давайте опять с ментовской, с бандита начнем, с преступника этого. Так. Так. Крестик есть. Нет, такого нету. Так, если вот такой вот значок. Не, хер получается какая-то. Получается какая-то херь. Ich glaube, die sie passen nicht zusammen. Блин, я и блин. Крестик. Это подходит. Это вверх-вниз получается, да? Это перевернутое вверх-вниз. Это получается, да, сходится. Все правильно получается. Получается все правильно. Ну, вот молодцы. Все победили. Den ganzen Tag vor dem Mikroskop hocken und deutlich weniger Geld verdienen als jetzt? Klingt nicht gerade verlockend. Das dachte ich mir. Aber irgendjemand muss den Abdruck durch die Datenbank jagen. Wir scannen ihn ein und schicken ihn rüber. Was guckst du denn so? Soll ich wieder zu ihr gehen? Ich denke, sie wird dir eher weiterhelfen als mir. Und sie hat unsere Süßigkeiten gegessen. Also soll sie es versuchen. Ну ладно, окей. Че там у нас записки? Техника снятия отпечатков. Это я уже читал уже. А, вот они вот по этой херне вот определяют, да? Вот такой значок, вот такой вот значок. Черточка. Двух херня. Такая же херня. Типа раздвоение маленькое. Черточка маленькая, это и это. Короче, 9 знаков. Понятно, короче. Они вот по этим параметрам определяют. Эх, ладно, пошли. А, еще. Где дневник? Блин, это я читал, что ли? Мы с Ларой использовали набор для
дактилоскопии. Это было круто. Лара все еще немного раздражена, но мне это очень нравится. Но это еще важнее. Мы обнаружили отпечаток пальца на раме окна, которую Номусов наверняка не осматривал. Вперед, Дюрины, вперед. Ну да. Все, пошли разговаривать, беседовать. Нужно отпечаток пальца отправить. Блин, я не знаю, что ты должен сказать. Вот отдай это. Блин, а так поговорить с ней нельзя, да? Hier ist noch ein Fingerabdruck. Könnten Sie ihn demselben Empfänger schicken wie den letzten? Sicher. Kein Problem. Да, отправите, отправите. Genau. Du auch. Tschüss. У вас работа такая. Mission abgeschlossen, Abdruck verschickt. Wie lange wird es dauern? Schwer zu sagen, da wir bestimmt ganz unten auf der Liste stehen. Aber ich war auch nicht untätig, sondern habe einige Leute angerufen und weiß jetzt etwas über die verschwundenen Objekte. Was denn? Beispielsweise, dass eines davon eine Doppelstatue mit einer sehr interessanten Geschichte ist. Der Kurs hat mir ja sofort gesagt, dass Statuetten mich больше interessiert. Ich kenne die beiden Statuen gut, da wir sie dank einer mitfinanzierten Unterwasserexpedition bekommen haben. Sie haben sie aus der gesunkenen SS Maori geborgen. SS? Ich habe sie gut ausgewählt. Дивизия СС, да, немецкие, или чего у вас там? Weiß, dass eine renommierte Anwaltskanzlei versucht hat, sie uns mit allen Mitteln wegzunehmen. Aber Sie sind der rechtmäßige Besitzer? Die Kanzlei vertrat einige entfernte Erben der ursprünglichen Besitzer und verlangte ihre Rückgabe. Zum Glück hatten wir vernünftige Richter. Das ist höchst interessant. Lässt sich herausfinden, wer hinter all dem steckt? Wer war der frühere Besitzer? Vielleicht gibt es eine Frachtliste des Schiffes mit den jeweiligen Besitzern. Sie könnten sich mal im Hafen umhören. Und wenn Sie denken, dass der Diebstahl von den ursprünglichen Besitzern in Auftrag gegeben wurde, dann sind wir derselben Meinung. Hoffentlich helfen Ihnen diese Informationen weiter. Ich muss jetzt jedenfalls los. Ну, если это прежний владелец, то я не знаю. Если прежний владелец, то пускай прежние владельцы и будут. Это их не корабль, они этот груз, тот груз перевозили. А вы взяли и можно сказать, что корабль обокрали. Да, да затонувший. В любом случае, это еще ихняя собственность была. Да, затонувший, но в любом случае это ихние. Блин, так что я не знаю, за кого выступать-то. Если это прежние владельцы были. Так, ладно, у меня задача. Не хватает только полицейского значка для полного счастья. Я должен найти старые документы в затонувшем корабле, СС Мари. Что она там говорила? Что я слишком безответственный для детектива? Ну, поглядим. Ну и чё, поглядим. В любом случае, хэппи-энд будет. Всё, пошли. Ну, все, пошли. Нам в гавань нужно. Так, ладно. Все, садись быстро. Так, гавань. Ein Preis für ihren originellen Namen gewinnt diese Bar bestimmt nicht. Vergleichbare Bars gibt's an jedem Hafen der Welt. Ладно, что еще есть? Куча коробок есть какая-то. Картон взяли, зачем-то. Да, почему бы не взять, никому не нужный, простой картон, а? Он вообще никому не нужен. Это просто картон. Так, ладно, куда зайдем? В саму компанию или в бар зайдем сначала? Давай сначала в бар посмотрим.
Die Tür ist verschlossen. Vermutlich machen sie... Понял. Значит, наверх. Наверх пошли сразу. Was kann ich für Sie tun, Kumpel? Ich benötige Informationen über ein altes Schiff. Vielleicht wissen Sie ja was darüber. Wenn es hier je geankert hat, dann weiß ich auch was darüber. Von welchem Schiff reden wir? Es ist Marie. Maori. Das ist ein verdammt altes Schiff. Es sank gegen Ende des letzten Jahrhunderts und gehörte Henderson. Das ist selbst für mich viel zu lange her. Henderson? P. Henderson and Company. Ein großes Unternehmen, das vor 30 Jahren pleite ging. Ich weiß einiges darüber, weil es hier seinen Sitz hatte. Sind noch Unterlagen hier? Inventarlisten vielleicht? Ja, hier liegt noch altes Zeug herum, doch dafür interessiert sich keiner mehr. Ну, покажите, если мне, если он никому не нужен. Alles, was ich da hinten finden kann. Давайте посмотрим, что там осталось. Alles hier auf den Tisch, Kumpel. Это все? Одна папочка, что ли, да? Sie müssen mir nicht danken. Ihr Geld reicht völlig aus. Ну и ладно, спасибо. Да, что у нас тут у нас есть? Viele Einträge zu geben. Понял? Ich muss Sie was fragen. Nur zu, aber vergessen Sie nicht, dass es hier nicht an... Работа. Was machen Sie? Ich versuche mich mit dem paar Rand, die ich bekomme, über Wasser zu halten. Aber was genau machen Sie? Papierkram. Körperliche Arbeit hat mir viel besser gefallen. Понял, что еще можно провернуть. Тут проектор есть какой-то. Der Aktenschrank enthält vermutlich nur alte Einträge. Die neueren sind bestimmt im Computer, aber ich sehe hier... Der... Ah, ладно, ладно. Проектор есть. Как я уже сказал. Der Projektor ist bereits an. Das Gerät hat schon bessere Zeiten gesehen, scheint aber noch zu funktionieren. Ну и ладно, пускай работает себе на здоровье. Die gelbliche Projektionsfläche ist ebenso dreck. Ты посмотри лучше на этот. Так, рюкзак для сигар. Kostbarer Zigarrenabschneider. Давай возьмем. Gott allein weiß, wem gehört hat. Ich rauche keine Zigarren, die sind mir viel zu teuer. Aber wenn Ihnen gefällt, gehört Ihnen. Für zwei, nein, 300. 300? Okay, ich nehme ihn. Да, давайте возьмем никому не нужные вещи. Überall liegt eine dünne Блин, взял очки у мента, стащил здесь и... Какую-то фигню. Резак. Блин, ты всегда что-то так делаешь, Die Liste der Fracht und Passagiere ist allerdings unvollständig. Vermutlich ist sie mal nass geworden, sodass die Schrift auf mehreren Seiten nicht mehr zu lesen ist. Понял. Что делать-то? Ich würde gern die beiden Seiten mitnehmen. Mitnehmen? Was soll das heißen? Wir verteilen hier keine Flugblätter. Das sind wichtige Aufzeichnungen. Sie sind zwar alt, aber... Да, здесь поработаем, чёрт. Ich meinte auch ausborgen. Ich bringe sie... Klingt schon besser. Aber das kostet was. Sagen wir... Штука за аренду. Fürs Ausleihen? Bitte sehr. Много. Kann ich hier einen Projektor benutzen? Nur zu, Kumpel. Der ist im Preis inbegriffen. Нормально тут... Штука, 1300 заработал уже на нас. И что тут такое? Я по-вашему никак не понимаю. Какие-то бумажки. Че еще? Садовой журнал есть. Der Rest des Logbuchs interessiert Почему тебя не интересует судовой журнал? Там может быть что-нибудь интересное будет. От чего корабль-то затонул? Мне это писец как интересует. Das ergibt keinen Sinn. В смысле, чё? Чё бесписанное? Ich habe zwei Seiten der Frachtliste der SS Maori erhalten. Darauf sind allerdings nur mehrere verschiedene durchgedrückte Fragmente zu erkennen. Ну, скажу мне хотя бы про отдельные фрагменты. Что там написано-то? Ich habe zwei Seiten. Ладно, пошли. Что там еще у нас есть? Es könnte nicht schaden, mal die Fenster zu putzen. Dann wäre es hier auch nicht mehr so finster. Ладно, пошли.
Теперь куда? Бар все еще закрытый, да? Не описывается, как много вещей мы сейчас нам набрали. Да-да, он закрыт еще. Че, куда? В отель, галерею, куда? Куда едем-то? Где Ларка? Чтобы нам нам рассказать, что и как. Ну, здорово. Ты отсюда так и не уходил никуда. Как встал тут, вот и вросла в бетон. Glaubst du, dass die Nachfahren der ursprünglichen Besitzer der Statue... Wir können es jedenfalls nicht ausschließen. Zumindest bis wir wissen, wem die Statuen von der S... Ja, dieser Spur müssen wir... Я буду бумажки принёс. Такие, какие-то. Das wird sie jetzt wohl kaum gebrauchen können. А я как могу это использовать? Это как могу использовать, дурень? Я про это знать не знаю. Две страницы декларации, а что я с ними делать-то буду, а? Ну ладно, давайте куда-нибудь съездим, я не знаю. Куда мы съездим? Опять в гавань, что ли? Блин, я не знаю. Может, с тобой еще раз поговорить? Нет, здесь ты тоже не хочешь ничего сказать. Ларки, ты тоже ничего не хочешь сказать. Себе ты тоже ничего не хочешь сказать. С листами ты никак перебирать никак не хочешь. Ich glaube nicht, dass ich das... Ich habe zwei Seiten der Frachtliste der SS... Блин, я не знаю, что ты от меня сейчас хочешь. Das ergibt kein... Это бессмысленно, блин, я не знаю, что делать. Что ты от меня-то хочешь? Damit erreiche ich... Überall liegt eine dünne Staubschicht. Молодец. Ну, проектор. Der Projektor ist bereits an. Der Projektor, das Gerät. Помните, все красненькие объекты, они такие, они более важные, чем все такие вот. Типа вот, вот такие вот. То есть с ними что-то можно... Да, я угадал. Я угадал. Die Seiten gehören offenbar zusammen, aber man kann nichts entziffern, weil alle Buchstaben durch das Papier hindurchschimmern. Чего? Ты от меня сейчас что хочешь-то? Die Seiten gehören offenbar zusammen, aber man kann nichts entziffern, weil alle Buchstaben durch das Papier hindurchschimmern. Что ты придумаешь-то? Это что такое? Das ist sinnlos. Die Rückseite schimmert durch und man kann überhaupt nichts lesen. Ich brauche die Vorder- und Rückseite auf separaten Seiten. Картонка. Картонка, картонка. Это все думал. Wie soll ich die да ты не понял. Просвечивает, не просвечивает. Der Projekt, das Gerät. Damit erreiche ich. Блин, как тебе объяснить-то? Der Projektor, das Gerät, das Gerät. Ich muss понять-то я понял. Auf der Liste stehen. Hoffentlich finde ich daneben dann auch einen Namenseintrag. Die Seiten.
Das ist sinnlos. Die Rückseite schimmert durch und man kann... Тебе нужно что-то придумать. Ваша задача — собрать страницу грузовой декларации из фрагментов. Нажмите левую кнопку мыши и двигайте мышь, чтобы перетащить предмет. Правая кнопка мыши и двигайте мышь, левая — права. Чтобы вращать фрагмент против. Это тоже бесполезно. Die Seiten gehören offenbar zusammen, aber man kann nichts entziffern, weil alle Buchstaben durch das Papier hindurch schimmern. Бумага просвечивает. Die Seiten gehören offenbar zu. Die Seiten gehören offenbar zu. Die Seiten gehören offenbar zusammen, aber man kann nichts entziffern, weil alle Buchstaben durch das Papier hindurch schimmern. Das ist sinnlos. Das ist sinnlos. Die Rückseite schimmert durch und man kann überhaupt nichts lesen. Ich brauche die Vorder- und Rückseite auf separaten Seiten. Блин, я не знаю, что ты от меня хочешь. Das ist sinnlos. Die Rückseite schimmert durch und man kann überhaupt nichts lesen. Ich brauche die Vorder- und Rückseite auf separaten Seiten. Das ist sinnlos. Это переворачивает одну часть, да? Мари. Блин, я не знаю, что ты от меня хочешь, вот честно. Die Seiten gehören offenbar zusammen, aber man kann nichts entziffern, weil alle Buchstaben durch das Papier hindurch schimmern. Я бы на твоем месте. Damit erreiche ich. Да не, говорю, покрой чиним как-нибудь, так чтобы это. А он не светило. Или картон здесь попробуй. Das ergibt kein... Да куда идешь-то, а? Блин, я просто не знаю, как их собрать эту херню-то. Ich muss nachsehen, ob die Statuen auf der Liste stehen. Я тут уже, наверное, уже неизвестно, сколько времени уже сижу, и я не знаю. И так не подходит, и так не подходит. Das ist sinnlos. Die Rückseite schimmert durch und man kann überhaupt nichts lesen. Ich brauche die Vorder- und Rückseite auf separaten Seiten. Блин, я не знаю. Ладно, давайте на этом и закончим, получается. Не, блин, на паузе, точнее, между сериями. Еще побегаю, да посмотрю вот. И в начале следующей серии я уже буду знать, что нужно делать. А сейчас давайте закончим. Все. С вами был Виктор, всем пока.